просто ад. Просто божественная прическа. 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 Охраняешь мое помпон величества. Просто путешествие моего носка. Привет, мой носок. А ты против все-таки, чтобы его забрал? Ну ладно, потом я заберу. Осталось 10 минут до поезда, у нас нет ни билета, ни понятия, куда идти. Но оптимизм все-таки есть. Вводи. А что ты водишь? Там она колдует? Она. Теперь мы ждем, потому что мы опоздали на поезд. У нас вот такой номерок. И тут, ад, ты показываешь, спасибо, можно не так уточнять прям. Следующий поезд 23 минуты, сейчас 16 минут. Нам нужно кофе и сестра Оли. Вот, а мы еще в каком-то городе, в Касле, пиписли, не знаю где. Ну, в общем, очень весело. Это новый стиль. Такая секс. Такие усики сверху, типа. Девочки, это, конечно, хорошо, что вы без меня куда-то уходите, но давайте вы не будете этого делать. Тайсон, скажи, я тебя люблю. Ох, ну хоть кто-то говорит мне это. Добро, бро. Добро, ты мое добро. Ты не поверишь, но именно так затариваются обычные студенты с Киргизского университета. Ну, что вам сказать? Ура! Из обещанных двух мы добирались почти 5 часов, и вот мы здесь, 3 часа дня, лед, дождина, надо стренька, печенька. Ты Попкин, просто полный Попкин, ты, а не человек, один Попкин сплошной. Выставка «Спорт», и вот в чем раньше ходили в качалочку. Ну, в принципе, фитнес-хаус, вот да, самое то туда. Не знаю, куда мы зашли, но выглядит как Копчино. Перспективный город, очень светлый, вокруг просто веет счастьем. Сразу видно, что тут живут исключительно счастливые люди. Кое-что будет, сейчас кое-что будет. Это вообще ни разу не похоже. Вообще просто разными покрасились. Ну вот, теперь можно снова домой не ехать. Я насладилась. Ох, нет, да. Какая женщина, какая женщина. Не моя ты, не моя. Боже, какой мужчина. Боже, знаешь, только ты любишь так мои борщи. А колонны будут подсвечиваться. Сколько я купила вещей, а вот мой чемодан. Вот сколько я купила вещей, а сколько вот я чемодан. Ой. Инна! У нас тут на улице, ну реально, просто все в тумане. Ах, это ты, сука. А я думаю, в чем беда? Мы тут из комнаты уезжаем. Вот спасибо тебе, любимая. Было с тобой очень весело. Ну, не с тобой, а с комнатой. Ой, этот вид, я никогда его не забуду, потому что этот вид — это просто рай. Ну все, пока! Пока!